have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Привет-привет. Всем доброго времени суток. Так, Слак сегодня у нас затащил в какую-то выживалочку кошмарную, не знаю, первый раз сюда сейчас зашли. Кот говорит, что видел такое в Стиме, я не видел такого вообще и в помине, так что сейчас будем нубить потихонечку. Потому что у нас кот-невидимка, по крайней мере у меня. Поехали, запускайся. Да. Мы умрем быстро. Телепортинг. Вы очень скоро узнаете, почему кот-невидимка. Реально, его лицо лучше не видеть. Ну, давай, загружайся. Ну, сейчас. Ну, это трепение. Да я привык к загрузкам за 2 секунды. Ну, ты играешь в суесратые игры 2009 лет. Ну-ка. Ковбой. Не-не-не, никакого скипа не будет, вы чё? Я в это уже играл, как видите. Целых 6 дней прожил за 2 попытки. Так, теперь мне интересно, почему это не понравилось Сигме, но это уже другой вопрос, поэтому у нас тут трое. Good, он именно эту игру не любит. А где The Ugly? Скоро появится. О. Отлично. Готовьтесь собирать весь лут и относить к подвалу. Ну, давай пробовать. Ну, давай. К чему было это начало? А это мы типа фильм смотрели. Когда я встану? О, и все. Почему у меня 4 руки? Это типа слоты. Это слоты для того, чтобы собирать рейсы. Их нужно относить к желтой зоне и прожимать букву Е. Таймер справа сверху. Я не могу закончиться. Там чертеж на столе лежал, почему я не мог его взять? И понятия не имею. А, потому что он 3 слота занимает, офигенно. Нужно будет его взять. Я взял. Надо противогаз найти. Скорее. Аптечка. Я ее взял через это, через стенку. Медкит взял. Скорее. Не переживайте, времени еще есть. Время еще есть. Там газмаска, хочу. Нет, заходим. Газмаску надо, газмаску. Взял. Быстрее, к бункеру, Фу, давай. Все. Короче, газмаска это для этого, для вылазок. Ну, взял, хорошо. Угу. Fallout, да? Ну, по сути, убежище, да. Вот он, гуль. Это киевский? Именно он. Понятно. Итак, какие эксперименты будут проводиться? О, так. Чего? Зачем? Чего? Тут читать много надо. Много букв не осилил. Так, player stats. Each player has their own stats. Config. Что они хотят? Хорошо, players, про скипайте, да, если хотите. Хорошо, я понял, да. Нам это все звучит. Что за вентиляция, почему я могу ее трогать? Короче, вентиляция, там твари всякие могут быть. Классный. Их нужно... Колеса. У нас есть дихлофос. Я думал, там пулеметы нужны, а нужен дихлофос, ладно. У нас есть фонарики, генератор. Бобы, много бобов. Компуктер! Классно. Так, воды гораздо больше, чем бобов. Короче, рассказываю, вентиляция. Из вентиляции может какая-нибудь бубулда вылезти. Чем отбиваться? У нас есть дихлофос, эти... Я слышу, мышей бить, вот это вот, вот, как она называется? Мышеловка? Мышеловка, да. А еще можем вентиляцию закрыть, но мы так себе руку ломаем. Ну, типа... Давай, почему я не могу поднять ни хрена? Так, стой. Генератор maintain, Короче, рассказываю. Есть табличка, вот это вот. Тут ваше здоровье, дела, да. Вода. Как только заканчивается, там, типа, кусок воды ваш, все нормально, просто свет помирает. Второй очень день. Быстро. А вот теперь сейчас будут какие-нибудь квесты. Да. Да блин, даже минут не прошло. Так, тейп. Так, а чертежи?
Понятия не имею. Ребят, открыл. Хотите посмотреть палка на пауковую вентиляцию? Палка и топор. Что посмотреть? Тут для палка палки нужна... Мусор. У нас есть 4 ленты, у нас раз, два, три. Крыса. Плейстрэп. Зачем мы сразу две ловушки? Я не знаю. Ладно. Это был недоразумение. У нас 3 скотча, почему у нас не 4? Что я сделал? Чего? Кто орёт? Что происходит? Почему кот помирает? Я выхожу из этого бункера. Не надо. Почему? Ну, ты пойдешь соло в экспедицию, типа, ну, как бы удачи тебе. Там, типа, просто будет темнота такая. Ну, как тебе сказать, там не то, что темнота. Там тебя схавают. ХП будет тратиться от радиации, и там будет лут. Лут можно собирать. Так. Мусор убирать надо. Да-да-да. Мини-игры. Я целый день убирал мусор. Это база. Эй, мы убрали этот мусор, отлично. Топор. Да. Мне пожелать, топор. Не жрать я не могу. В смысле, у тебя откуда топор? Там 4 скотча нужно было на топор. Можно взять со стены топор, я его подбирал. А к нам в бункер могут прорваться мыши какие-нибудь, мыши да можно. Никто там не зайдет. Я тоже хочу топор. Вот, возьми со стены. О, нет, где? Вот, стена. Вот, это значит там... Нет, я понял, это не делается, чё, их можно заапгрейдить за 4 этих. О, Broken Pipe. Фикс. Там... А зачем зарасходовать скотч? Можно было мини-игрой. Сейчас мини-игрой, но она охренеть какая сложная. Это нереально, блин! Это реально. Нет! Надо посмотреть, что там. Кто нас ограбил? Нас ограбили, дайте сюда топор. Ты че возле этой трубы стоишь? Закрытый вент. Это нормально, ребят. Ничего стрёмного от венты. Просто я паука боюсь. Импостера. Спрея нет, поэтому приходится терпеть. Так что терпим. Угу. Улыбаемся. Кто-то нашим. Там говорил, со второй попытки до 6 дней дожил. Не-не-не, за 2 попытки 6 дней прожил. А, нет, со второй попытки, да, до 6 дня прожил, я понял, как это работает. Варбейн гробит. Бери оружие. Давай, взял. Туда его. Резня. А, все, ясно. Почему у нас ХП уходит? Мы сидим, ни хрена не делаем. Это из-за вентиляции, потому что я боюсь, что к нам эти пауки придут. Ну ладно, так уж и быть, открою. Отлично. А почему бы не спать по очереди? Нам нужно спать? Ну, сон восстанавливает, кстати, ХП. Ну-ка, дай-ка я посплю. Короче, ребята, я считаю то, что... Все вместе спать? Почему? Чё? Кто это придумал? О, пауки, ребята, вот эти вот припёрлись. Вот это пауки, конечно. Он мне лицо съел. Так, надо спать? Leak from ceiling. Протечка с потока, вот. Я пофикшу. Третья овечка. Реально овечки, офигеть. Я тебя убью. Убью. Так, ладно, сколько у меня хп-шек? Я stay awake. Я прожил 5-й день, отлично. Это звучит хорошо. Я вот эту фишку не понимаю, почему нельзя спать по очереди. Это же самая фишка на выживаниях. Так можно же спать по очереди, нет? Одна овца. Две овцы. Я случайно заснул, пока рубил паука. Он реально спит, офигеть. Три овцы. Ребят, я в экспедицию схожу, я задолбался. Я считаю, то, что нам нужен чем-то пауков травить. Клоун. Вот руби он, его! Radiation the Clown. Фрик-клаун. Короче, играйте с ним в игру, я пошел в экспедицию. Ну-ка. Давай, удачи. Он не может раз... Так, вижу. Деклайн. Деклайн. У меня пол хп осталось, и мне жрать хочется, отлично. А еда восстанавливает жизни или нет? Да, она восстанавливает. Я выиграл. В смысле? Где моя еда? Я сожрал одну еду, извиняюсь. А, нет, я подумал так, что это он собрал. Медкитов у нас осталось сколько? 2, да?
Блин, я не буду хилиться пока что. Кто там звонит в двери? Доставка пиццы! Доставка пиццы, чел! Я иду в экспедицию, если что. А, партичка с потолка. Опа. Ребята, тут арбузы. Мне скинули проклятую картинку. Не смотри на меня. Я уже посмотрел. Я нашел спрей от насекомых. Есть, потолок починили. А что у нас... Так, к нам идут. Как вы... А, вот вы эти. Как в Нью-Вегасе. Где он? Я не знаю, что-то шарится. Стой здесь, я посмотрю, что с компом. Пауки к нам будут идти. Я несу дихлофос. Ребят, еле живой вернулся. Принес 4 воды. 2 хавки. Нифига себе ты к нам принес. Мышиную ловушку. Дихлофос. Это не я принес. Тут очень много пауков. Отбивайтесь! Юзани на них спрей. Тут реально много пауков? Пипец, очень. Рил. Все. Хильтесь, нету. Идите хильтесь. Да, я похилился. Эй, ребята, мы неделю прожили. Я могу, в принципе, без хилки воду, если только захаваю. Дринк. Вот. И еще хавку надо. И теперь поспать, и тогда у меня здоровье нужно. Нормально будет. Так, мне нужно пить, срочно пить. Я сейчас сдохну нафиг. Попей. Где вода? Вот вода. Дринк. Дринк. Две есть. Воды нужны. Я вылечил нас от вируса, вроде как. Нужна одна еда. Я... Что со мной такое? Так. Ид. Что? Сейчас я заряжу. Зачем я это сделал? Кто ж тебя знает. Так, стой, запомним, как он... Ребят, сохранит. Видите, сон хилит. Что-то я не знаю. У нас вентиляция кто-то. Чтобы сон хилил, должна быть вода и еда. Я выиграл у него... А, у меня воды нет, где у нас вода? Стой. Да вон, воды очень много. Вот, возле генератора. Я не вижу ни хрена. Ой, ребята, это какая-то мышь. Я мышь поймал. В смысле искупаться? Я попить хочу. Вот, фрум, да. Бутылки воды, ты. Много бутылок воды. День восемь. Мне надо 2 бутылки. На 6-й день, бутылок. Когда мы играли с Сигмы, нас зарыдили нафиг. Лик фрум сель. Кто? Течет с потолка. А, крыша течет. Я пофикшу. А я посплю. Давай, пойду посплю. Блин, ссаные мини-игры для детей. Да, они же для детей. Фух, пофиксил. У меня не идет здоровье вверх, у меня нормально с едой и с водой, но здоровье вверх не идет. Когда ты встанешь, он похилится. Ну давай посмотрим, надеюсь. Да, хорошо, окей, хоть немножко мы восстановились. Реально. Да, у меня все хорошо, все. Не обязательно аптечки тратить. Я ни одну еще не тратил. Ребята, идем хорошо. Положи ей туда трапку. Нету. Как нету? Вот так вот нету. В той вентиляции. Экспедиция 140 секунд КД, офигеть. А это как вообще? Вот, ты видишь эту крысу? Ты посмотри, в этой вентиляции крыса. Чёртова крыса. Она нас сдаст. Можем закрыть вентиляцию. Блин. Толчок прорвало. Я пофикшу, не переживайте. Я уже играю. Какие нафиг саплайз взять? Что мне нужно взять? Я не ожидал, что я... Погоди, а как... Там сумбит есть справа. Ладно, ребят, мышь забьем. Мышь топором забьем. Готовься, кот. Иди! Мне придется идти на экспедицию. Иди в туалет почини, не пойму, как эта мини-игра работает, блин. Я сам хз, я первый раз буду. Что тут? Да блин, тут все в принципе нормально. Арбузы. Крысы. Я не знаю, чего я должен бояться. Меня никто не косит, да. Тут чисто пусто и все. Убились. О, спрей.
Ладно, тут ходящий апельсин. О! Ой, ну с толчком прям тяжеловато было. Я не понял, черепашка. Что мне надо делать, объяснишь? Да там этот, короче, тебе показывают символы. Ты должен запомнить последовательность, а, потом вводишь последовательность и сумби жмешь. Хавчик, Амала, кот. Хавчик, я ищу. Блин, нужно было фонарик взять. А, ну все, нет. Блин, у нас фонарика нет. В смысле, что за говно капает? А, нет, есть. А я его не взял. Блин, нет, я сдохну нафиг. Нет, 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 я иду обратно. Возвращайся обратно. Блин, 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 где, где, где? Эти ходящие апельсины, они сильные. А! Прям перед входом. Ты что сделал? Ты что, сдох, что ли? Я умер. Да, я умер. Ты офигел? Это ты подставщик! Вот кто ты! Я же не ожидал того, что эти апельсины будут настолько сильными. Апельсины. Прямо перед выходом сдох. Обидно. Все отлично. Минус код, зато у нас все хорошо. Так, Фрум, ты же готов, если что? Я сейчас в экспедицию хочу сходить. Два раза больше. Меньше людей, больше еды. Фрум, да сыра, ну отлично. Крыса! Под тобой три крысы! Я уж слышу. Нифига себе, жестоко. Брудал! Десятый день, одиннадцатый день. Ну, тут как фишка, думаете, в том, что чем больше людей, тем, наверное, легче выживать, но больше ресурсов уходит. Походу. Но проблема, Фрум, крыша течет. Я только что починил. А. Я, кстати, понял, как флешлайт с собой брать в экспедицию. Как? А, нужно в бункере. Офигеть, куда я пришел? Кости, смерть, ну, кладбище, черепа. Офигеть, мужик с руками краба. У нас тут вор был. Я его убил. Молодец. Вор бы украл что-то. Я уверен, он бы что-то украл. Пауки! Не подходи к ним, они сильные. Фрум, три воды и пять этих вынесу. Офигенно. Так, блин, где ты столько нашел? А я тут этот, тут рейдеры, короче, я к ним захожу к костру просто. Подхожу, ворую, все. Пока они меня пытаются ударить, я беру и ухожу. Я просто этот, умный. Делаю все правильно. Меня даже, считай, почти не прокоцали. Фрум, ты что делаешь? Генератор или трубу? Трубу. А как по мне, ты просто бьешь генератор топором. 12-й день. Отлично. Есть денег. Ничего такого не случается. Что-то жрачка. Не подыхаем. Нет, я-то, конечно, подох, но вот вы не подыхаете. Я пошел спать. Ну просто ты совершил фатальную ошибку. Фатальную, да. Так, у нас по итогу только паук в винте. И все. Да блин, ты пока там ходил, эту целую армию всех подряд убил. Да я понимаю. Зато я еды с водой принес. Но да, вода все нормально, командная работа. Дайте мне хпшечку, пожалуйста, блин. Broken pipe. Иду, иду. Я пофикшу, я пофикшу. Да, хорошо. Ну, с автокликером это, наверное, очень легко проходить, но я без автокликера. Да, ну, да, все вручную. А что с этим сраным клоуном? Я понятия не имею. Он ничего не делает даже. Типа, ты находишь эти странные шарики, и что? Шарики ничего не... Я даже сыграть с ним не могу. Нам... Опа. Крыса, крыса! Не вижу. Как только через компьютер? Должно быть букашки, проверим. Компьютер, я сейчас разберусь, подожди. Так. Ой, давай. Блин, тут павук. Убьешь? Да, он еще не вылез. Блин, мне 200 секунд кулдауна. Фрум, закрываю вентиляцию, короче. Потерпим. Давай. Тут в одной вентиляции паук прям близко-близко. Вот он когда близко-близко, можно вент закрыть. Что-то топает.
Воры! Вор! Чуть фонарик не украл. Блин, серьезно, я попался? Нет, топор это вообще имба какая-то. Крыша. Ликфрум. А, где? Увижу, заделаю. Ну что ты попался там? На вирус. Фром, пока заделывать буду, скорее всего, пауку вломится. Ну нафиг ты попался на вирус. Все, нормально. Ага, лазишь по всяким непонятным сайтам. Сколько он тут? Опа. А он ушел просто по приколу, так, а... понял. Протечка. Он обиделся на вас. Стране... Я заделал. У меня до сих пор просто висело предупреждение. У меня тоже только что пропало. Угу, угу. Блин, мышиной ловушки нету. Там мышь сидит. 14 день, это почти в 3 раза больше, чем прошлый мой лап. Отлично. Мой прошлый раз. Экспедиция еще 2 минуты КД. Staying alive. Staying alive. Раз, два, три, четыре, пять, шесть питья. И 7 еда. Что ты там шуршишь? Офигеть. Я не знаю, но вентиляцию закрою. Мусор. Трэш сейчас. Соберешь? Да. Трэш токен. Так. Музончик тут такой. Да, музон классный. Ну, умиротворяющий. Умиротворение. Так, один банка еда. Давайте там... Живите. Да когда ты уже уйдешь, мышь, а? Это, знаешь, немножечко напоминает FNAF с вентиляциями. Да. Там мышь в самом конце вентиляции, но это там другой закрыто, винти. Я не видел. 15 день. Надо бы попить. Так, сколько там еще секунд? Нормально. Вроде 2 минуты не прошло, а уже 30 секунд осталось. Трупа. Да жопа мыши. Тут реально просто в этой вентиляции, когда ее открываешь, там жопа мыши. Опасаясь, как бы эта жопа не настала нам. Все, ушла наконец-таки. Фух. Но я считаю, что в принципе мышей можно пустить, они не слишком-то уж и сильные. Да, мыши-мутанты как раз хорошие. 3 секунды, экспедишн кулдаун. Все, закончился. Давай, пошёл. Так, экспедиция погнала. Угу. Опять думаю, пытались фонарик украсть. Я думаю, минус вы проживете. Вы точно месяц проживете где-то. Игра посмотрим, совсем посмотрим. Не такая сложная, как ты говорил. Это нам везет. А как, если не везет? Что происходит? Ну, тебе не везет. Я не знаю. Да, блин, логично, да не. У меня все очевидно. Давай иди на экспедицию. Молодец. Послушал меня. Больше скелетов стало. Блин, опять крейдером. Да что они тебе сделают? Наверное, вот эта игра моя самая нелюбимая здесь. Офигеть, тут припасов. Все, я забился. 4 еды, 4 воды. Хорошо. Меня, офигеть, меня шатали. За что? Так это же рейдеры должны у тебя красть еду и воду. Это я рейдер. Вы немного не поняли. Canned food, water, отлично. Офигеть. Ты просто зашел, взял все их припасы. Мне нравится, как в таких играх, типа This War of Mine и всякое такое, ты начинаешь как выживалка, а в конце концов это заканчивается, что ты местный торговец оружием и боеприпасами. О, вот рейд. Ну... Я не хочу умирать. Все, спи. О, да. Пойду посплю. Она как раз перс спать хочет.
Фрум, потолок протекает. Я знаю, геллер чиню. Офигеть, а какого фига? Это какой-то странный рейд, он какой-то реально легкий был. Мы когда Сигм играли, на нас с автоматами пришли и расстреляли. О, такое вообще возможно. Так, я слышу какие-то звуки не очень хорошие. Это паук просто. Фрум, меня что-то не похилило, я походу аптечку хаваю. Давай, давай. Это кто? Ты чё? Motherload! Гигамышич! Гигачадыч! Так, я пожру. Ой, жесть, я пить хочу. И, наверное, я пить пока не буду, мне поспать надо, я пошёл спать. А я тоже посплю, понял? Трэш, ну это ладно, сильный брокен-то я убрал вроде как. Там стучит. Там какие-то звуки гуманоидные, блин. Кто напердел? О! Рил кто-то насрал. Это крыса вонючая. Походу. Мусор, стой. Фрум, иди помойся быстро. Под душем помойся быстро, ты воняешь. Да ты тоже воняешь. Минус одно мыло, отлично. Я тебе говорил, не скачивай Epic Game Store, а ты? Плохая шутка. Почему? Бесплатные игры там вообще-то раздают. Ага. Ты знаешь эту фишку, что если... Отлично. Да ёптер, ты чё? Я пошёл в душ. Фрум, я уже помылся, это типа за двоих посчитал, почему? А, окей. Вы вместе мойтесь? Типа, походу. Я отобьюсь. Ну так, что за шутка? Так, типа, не шутка, а правда, что если что-то бесплатное, и ты есть товар, поэтому вот то же самое с эпиками. Они раздают бесплатные игры не потому, что они такие щедренькие. Всегда жизнь двойное дно. Ты получил бесплатную игру, но какой ценой? Этот вот кост, да. О боже, санный туалет. Ты не поверишь, но да. Где эта крыша поломанная, я не вижу. Я нет, тоже. Он прав, это санный туалет. А, стой, компьютер. Я пошел в фаервол. И получи вирус. Это, кстати, одна из самых сложных игрулек здесь. Она веселая? Вот, насколько она может быть веселой? Я продул. Я мусор собираю. Очень медленная мини-игра. Кто? Тут воры! Не успел. О, компьютер починили. Мышь не успела, я прям перед ней вент закрыл, она сразу ушла. Мне надо поспать. У меня хпшки вообще нету. Какая красота. Да не ползай тут. Топ. Хоть больше половины восстановить, блин. О, спасибо. Блин, два паука в двух винтах. 30 секунд экспедиция. 20-й день. 20-й день, у меня бэджик вылез за 20-й день. Да у меня тоже. Так, потолок... Я крышу заделаю, там broken ceiling. Что такое broken ceiling? Поломанная крыша. А, и протекающая одновременно, типа? Да. Ой, блин, ну тут мини-игра, кстати, очень быстрая. Ну да. Нет, она в этот раз прям быстрее. Тут я прям аж на первую не успел. Я-то уж рассчитывал то, что я какого сейчас буду. О! Фрум, тебя хавают. Пауки стали сильнее, классно. Да. Ну, они эволюционируют. Вот нафиг я сдал, с полной жрачкой, полным этим посплю. Мне много восстановят, надеюсь? Понятия не имею. Надеюсь, да. Ой, блин, в экспедицию, наверное, надо сходить. Сейчас проснусь, о, мусор. Не надо, они тебя убьют. В смысле?
О, хорошо остановили. Это я их убью. Уа. Не лезь, она тебя сожрет. По крайней мере, на тащак выйду. Нормально все будет. Смотри, они же стали сильнее, я уверен. Я не успею! О, или успею? Успеешь. Нет. Я думаю, они меня не шотнут. Максимум пол хп с удара. Фром, тут мышь, вентиляция. Если она будет очень близко, закроешь вентиляцию. Закрыл. А ты уверен, что она достаточно близко, она чтобы закрывать? Она меня смотрит. Прямо мне в душу. Потом откроешь тогда. А то задохнешься, нафиг. Ох, блин, а вот это я не люблю. Офигеть. Чё за попугай огромный? Я тебе говорил... Опять трэш, я его только что убирал. Это ж полный трэш. Блин, ты прав. Это реально огромный попугай. За тобой глаз летит. Ау. Блин, спасибо. Он положил на тебя глаз явно. А, еще один. Я не в террарию играю, алло. Давай иди к этому страусу. Вот он, свинья еще. Я извиняюсь, у меня последняя ячейка. Фрум, я 3 спрея от насекомых нашел и мыло. 3 еды и воду. Ну зачем тебе спрея от насекомых? Там скоро? Пауков бить. Да, вот он, я вернулся. Да эти пауки нифига не делают. Хавают нас. Ну что, они съедят твой фонарик? Меня могут съесть, я сдохну, и мы проиграем. Мышь там. Отлично. Какого фига она еще не ушла? Я бы поспал сейчас на самом давай, деле. Иди. ХПшку восстановил. А ты справишься? Да, соло? Да, да, давай. Какой вкусный йогурт. Что-то. Закрыл вторую вентиляцию, попробовал первую. Офигеть, Фрум. Нет, две вентиляции закрытых, это не норм. Все, все, открыл эту. Ну, много хпшки наверняка уходит. 0,2 секунду. Там прям сидит. Угу. Я пошел спать. Я хочу... Зачем каждый раз будильник звонит на новый день? Я прекрасно понимаю, спасибо. Так, течет, сломанная... Погоди, сломанная крыша, может быть, снаружи нужно чинить? А-а, изнутри, она одновременно, тут два ивента происходят. Но почему-то Broken Seal никуда не уходит, только Лик уходит. Это наши фонарики. Так, а сломанная крыша, это вот сейчас реально плохо, подожди. Понимаешь? Оно не отображается здесь, возможно, штука чуть-чуть снаружи. Нужен тулбокс, чтобы пофиксить фрум, посмотри вот на это. На что? На дыру в потолке. А, это дыра? Ага, я тоже только сейчас увидел. Нифига себе. Нам тулбокс нужен, а где чтобы отпустить. Какое-то действие на нее? Ну, подпрыгнуть и пофиксить, там тулбокс нужен. Я не думаю, то, что эта дыра нам что-то сделает вам. Она, через нее сделает... рейдеры прошли. Да. О, так, мусор. Трэш. Угу. А, к вам в дверку стучаться. Войдите. Хотя не, обманул. Лучше не входите. Крыса. Кто только что выпил в микрофон? Я. Сёрп. Офигеть, это... Это просто звучало так угрожающе, знаешь. А у нас ни ловушек, ни хрена, понятно. Мы же в смысле ни ловушек, ни хрена, у нас спрей от насекомых, хоть жопу и жуй. Так погоди, ты знаешь? Побрызгать можно? Но по мышам нет, мышей нет. Только ловушками. Понятно. Но оно пока только смотрит. А вот и паук. Нормально. Знаешь, пятый сезон Джоджо? Шо-шо. Ну так это...
О, мышь ушла. Когда облизывают щеку, то же самое сейчас. Спрей у нас еще два осталось, не такой уж и распространенный ходовой товар. Бучулати его звали. Отец Пуччи против Бучулати. У нас тут, кстати, паук вентиляция. А, у нас есть третья вентиляция. Хорошее открытие к какому там 24-му дню. Ну, кстати, по вентиляции к нам еще может прийти не только паук или мышь, а еще и женщина. Я сейчас серьезно. Она у нас рейсы сворует. Можно этому как-то противостоять? Да, закрыть вентиляцию нафиг. Она же будет так же медленно лезть, как и крыса? Да. Женщина. Угу. Я посплю отхилиться. Да, и давай. Потом, когда этот КД отойдет, я пойду в эту экспедицию. Люди ходят. Ой, ох, это... Ох, это ядерная рутина. Да-да-да. Вынос мусора, вынос мозга. Не, я удивляюсь, то, что мне на то, чтобы прожить пару дней, нужна бутылка воды и полсупа. Это бобы, а не суп. Не, ну если это британец, то все гораздо легче. Погоди. Это есть та самая женщина? Иди сюда в эту третью вентиляцию, глянь, когда сможешь. Это паук. Вот это вот паук? Да, он просто далековато пока что. Я понял, это я, значит, ли пошарил. Женщина? Это кусок. Займусь компом. Блин, Фрум, я в экспедицию, пауков много. Нет, я не пойду пока в экспедицию, надо от пауков избавиться. К нам топ-топ-топ. Топ-топ. А может что-то это как раз из-за сломанной крыши вот этот топ-топ происходит? Фрум, мусор уберешь, я сейчас последнего паука... Ща. Последний паук ушел. А, спрей сразу на все вентиляции активируется, я понял. Классно. Все, я в экспедицию, давай, удачи. Давай, покеда. Фух, компом... В смысле не сработало? Вы придурки, что ли? Я победить? Ладно. Попробуй еще раз. Да, вот тут накопилось уже кучу другого. Я не могу сейчас только чем-то одним заниматься. Я генератор починил. Отлично. Но, к сожалению, вынужден покинуть. Давай. Иду лутаться. Жестко лутаться. Ой, жесткие. Мусор? Кто жрал перед компом, блин? Я. Мусор прям под этим столом компьютерным. Ну, не повезло. Жесть, апельсина. Ой, фу! Стрёмный тип. Чел, нам нужно срочно... О! Реально апельсины? Реально. Мыло. Слышь, оно ж тебя сожрёт, ты это понимаешь? А у нас есть маркет? Пусть хавает на здоровье. Я должен найти еще одну воду. Почему? Вот почему нельзя взять все эти арбузы, которые разбросаны? Да бесит, прям орёт в ухо. Так. У нас труба. Плохо то, что только одна локация, как я понял. Да нет, там наверняка должно быть две или больше. А карта нужна, чтобы другие ходить. Ну, не повезло. Да, мы не нашли карту. Мышь. Изначально она должна была быть, да, в доме? Угу. Ну я не знаю, может ее можно найти, может нет. Ну типа я хз, но по игре, в игре самой нормальной можно было найти. Так, что-то вентиляция здесь происходит. О, жесть, мышь. Крыса! Закрыл. Крыса! Воды мало очень. Я закрыл вентиляцию, тут одна крыса прямо мне в лицо собралась смотреть. Фу, спи быстро, спать. Да. Да, блин. Мне что-то не нравится, что у нас две вентиляции закрыто. Я сейчас сдохну просто. Открывай одну.
пусть крысы идут. Я их лучше убью. Потом дерьмом займемся. Блин, у нас воняет. И крысы. Крыс нет, все. И ты воняешь тоже. Крум, помой нас. Нет. Разберись с дерьмом в туалете, пожалуйста. Я не знаю, как в это играть. Я тебя понял. Так, у нас одна закрытая вентиляция. Хорошо. Значит, открывай. Из этой сейчас крыса вылезет. У вас очень много треугольничков. Факт. Нет, походу все... Фрум, заканчиваемся, походу, нафиг. Не-не-не, все нормально. Все пучком. Так, надо поесть, пожрать, попить, мусор выкинуть и живем дальше. Это даже сложнее, чем то, что в Стиме. Так, что мне там не хватает для хорошей жизни? Вот этого. Вот этого. Нет, это не надо. Нет, тогда спать пока не буду. Слаг, иди спи. Слаг. Вы реально целый месяц проживете. Иди спи. Все, сейчас иду. Так, что мне там надо? Воду, воду, какую воду? Обычную. Да воды нету. Еще 4-5 бутылей, нормально. Живем. Двадцатый день. Что-то ни хрена не восстановился, ну ладно. Так, надо попить, надо поспать. О, что там чирикает? Погоди, мыши? Да. Мыши большие. Там огромная крыса, помогай ему. А я ничего не могу справится. Сделать. Блин, ты нафиг заснул? Я же нажал. Тебя косит во сне. Ты проснешься, тебе плохо будет. Не, мне нормально. Я откидывал больше, чем они мне. Помоги ему, Слаг, не будь таким. Да все норм. Ты мою хп видел. Иди спать, я пока мусор выкину. Можно я аптечку схаваю? Да, давай. Без... Блин, моему трупу нужно покушать. Дайте мне еды, пожалуйста. 40 секунд экспедиции. Ёперный тебя, ёпин-бопин. Что? Почему это так тяжко? Экспедиция? У вас вроде дофига еды и воды. Я поймал последнюю эту, вы чё? Игра, иди нафиг, я ловлю их. Блин, два раза уже продул из-за того, что типа оно падает, но не засчитывает, что упало в ведро, хотя упало прям в ведро. Да, то же самое. Неужели, блин? Какая у нас вентиляция закрыта и почему? Ну-ка. Оно здесь. Я иду в экспедицию. Да, давай. Протечка. Господи, хоть бы я к рейдерам пришел. Крейдеры. Крейды. Мел. Мел. Или мелки. Не лезьте ко мне. Какой черт? У нас уже две вентиляции закрыты, супер. О, открыли. ХПшек вообще нету, супер.
Слышу, тебя там токсичный дождь, Слаг. Токсичный дождь. Там бобы, бобы. Нет, мне показалось. Можно? Я не могу, у меня не срабатывает, видишь это? Я это вижу, но может... Кубики мусора полны, подойди. Справа от тебя. Слева, слева, слева. Сзади, да, да. Вот. Что? Потяни какие... рычаг. Возле бобов рычаг, потяни. Трэш фурни. Серьезно, это тоже надо было делать. Отлично! Целый месяц прожит. У нас есть мусоросжигатель? Да. Кстати, а почему мы тогда не жрем вот этих крыс, которых мы убиваем? Ну, они же, это, радиоактивные. Ради чего? Ради активы. Я две аптечки принес. Я от пауков отбиваюсь. Блин, сейчас подойду. Все. Я протечку заделал. Это моя фишка. А что будет с компом, если у нас защита на нем лопнет? Ну, не знаю, он лопнет. Просто выключи компьютер, чем проблема. Включи, выключи. Так. Все, нормально тебе? Спасибо. Труба. Так, ладно. Ты трубу чинишь, да? Да. Слаг, ты вроде побил свой рекорд по выживанию, да? Ногами. Безусловно. Так. Покажешь уже... потом в фильме. Уже в 5 раз или в 6. Паук. Я сказал то, что две аптечки принес. Да. Я пошел спать. Спокойно. Его мэн прямо из рук. А я тоже посплю, понял? Давай. Ну, спать вдвоем это терапия. А я хпшку хочу. Я тоже. Не так много, как я хотел бы получить, ну ладно. Ну я вообще практически не получил, потому что у меня сон почти это полное отсутствие было сна. А, еще же от этого зависит точно, блин, собака. Поспи еще раз. Не-не-не, оно не бесполезно. Не, по факту можно поспать, и реально прибавится. Ой, мышь, где нафиг? Хотя нет, я для чего ловушку принес? Чтобы их не тратить, что ли? Это тот самый момент, когда ты проходишь всю игру с базовым пистолетом, потому что патроны жалко. Угу. Ну, я считаю, что, в принципе, окуп. Я две аптечки тратил и две аптечки принес. Значит, мне не нравится мое хп, я не знаю, как я в экспедицию пойду следующий. Иди лечись перед экспедицией. Да, аптечка сколько лечит? 50? Тотку, все 100. Тогда лечись. Я вот поэтому аптечки не хочу использовать, потому что они, ну... Хороший. Я аптечку использовал только в два раза, и понятно. То, когда у меня хп там, ну, просто меньше некуда. Логично. Посплю еще раз. Давай. Отхилю четверть, может. Да перестань. Сколько там уже серия идет? А ты не хочешь этого знать. Минут 40? 8. Что? Это все 8 минут? 48. А. Ух. Черт. Это плохо. Надо умирать побыстрее. Не-не-не. Это эксклюзивная серия Roblox. Все нормально. Часовая? Да. Спешл. Знаете вот эти вот игровые летсплеи по 6 часов? Стримы называются. Да-да-да-да-да. В том-то дело, что называются стримы. Там сейчас крыса вылезет. Не, я закрою вентиляцию от этой крысы. Но там прям гига-мышь. Тут тоже крыса. Я не понимаю, что за клоун и в чем его прикол по итогу.
Иди. О, толчок, да, я люблю. Да. Просто обожаю. Самый изичный ивент, если спокойно жму мышкой клавиши и попиваю. Это плохо звучит, когда чинишь толчок. Нифига себе, псих. Сайко! Туда его. Ух ты ж, ё. Ты жив? Да. Мышь ушла. А кто топнет? Паук! Спрей. Нету. Закрываем. Забавно. Так, я в экспедицию. Через 14 секунд. Да, давай. А, воды 4 бутылки. Что, мало? Достаточно, вам еще хватит на 4 дня. В смысле на 4 дня? Мне же спить скоро через день. Вот. Да. Протечечка. Почему мы хаваем бобы, это не прибавляет воду? Ну, от них же еще... Бобах же столько соуса. Соуса, но бобы-то сухие. Да ну... Там с дождевой водичкой. Радиоактивный. Полезно. Угу. Вообще, есть маленький шанс, но он есть, то, что ты получишь суперспособности. Угу. Точно? Ты уверен, что это так работает? Точно. Так, пожрать надо, да. Смотри, есть 50 на 50. Или ты получаешь рак и подыхаешь, или ты получаешь суперспособность, а потом получаешь рак и подыхаешь. Ракомакафон. Фрум, почини крышу. Где? Чем? Опять? И потом вентиляцию открой. А что будет, если не чинить крышу? А хороший нахуй вопрос. Ну, по факту, скорее всего. О! Наконец-таки рейдеры. Еще вкусно будет. Рейдеры. Ну-ка. Шо так, тут? Нет рейдеров. Ладно, я был неправ. Тут я не хочу открывать вентиляцию. Главное всю воду убрать. Закрой вентиляцию тогда. Блин, вообще жалко их, я к ним прихожу, у них воду всю краду. Каждый раз. Ну опять. Они меня еще, кстати, ударить не могут, у них очень низкий этот, низкая скорость удара, я от них уворачиваюсь. Вот они лохи, просто с копьями идут, они легион. Ну, Фром, 5 бутылок воды, 3 бутылки еды. Офигеть, бутылки. Я принес воду, короче. Хорошо, все. Офигеть, меня ударили сквозь дверь. Офигенно. А я тоже посплю. Прям после экспедиции. Давайте там. Опа, я слышал, как кто-то за это стучал. Да. Войдите. Да, слышал вас. Ты заколупал капать. Я фуловый, прикинь. Это нереально. Реально. It's real. Ice. А, когда ты чинишь крышу, у тебя снизу здоровье крыши есть. Да. Так, это что такое-то? Хочешь попробовать компьютер? Давай. Зайди в фаервол. Там тяжело? Нормально. Вау. А что за Undertale? Кстати, да. Блин, меня ударили. А сколько там волн вот этих продержаться надо? 7 или 8. В общем-то, вроде как 50 дней это концовка. Но я не уверен. Да Фрум, как это проходить? Понимаешь? Я тебе говорю. Как это контрить? Это сложная фигня. Да блин! Еще и рамочку трогать нельзя. Оно бесит. Да ёкарный бабай! Давай я сделаю.
Пром, как это контрить? Ну, ты спец по унитазам, я спец по компьютеру. Что? Где у нас Broken Pipe? Я слышу Broken Pipe где-то. Я вижу Broken Pipe. А я слышу. Все, капук. Чтобы у разработчиков Titanfall такие трубы в доме были. Что это за звуки? Чтобы у них зарплату, как урон в игре, регистрировал, и трубы такие же, как в этой игре. Я смотрю, месье знает толк в извращениях. И чтоб сыром срали. Не-не-не. Такое все. Нет, ты считаешь, что это такое себе, пока ты не представишь, как это, а так все нормально. Там плавали, ну, какие-нибудь. Ламберт. Погоди, это же Камамберт. Это Ламберт. Да какой-нибудь. Так, ты крыша, да? Нет, я потолок. К вам опять стучат. Я понял. Сейчас я геник стартану. Давай быстро идти на экспедицию. Прошло уже 4 минуты. Уже еще 120 секунд. Да ну... Третий. Не люблю, когда третий в начале. Плак. Плак, плак. Слак, слак. Ой, вот этот вот генератор мне этот GTFO напоминает. Да-да-да. И GTFO, и... Волки. Чего, блин? Dead by... Да, Dead by Daylight. Да-да-да, ДБДшечку. Дегенераторы. Тут ой, ДБДшка этого... Закрой вентиляцию. Так, а, хорошо. Ну, я видел, насколько близко паук был. Там, да, закрывать надо. Я думал, что у нас вторая закрыта. Не, я открыл недавно. Купаемся. Мы воняем, что ли? Нет, но у нас было очень мало уже чистоты. А где ты это видишь? Ну, когда заходишь в душ, у тебя внизу счетчик гигиены. А. Ну, хотя бы не гей-игра. Гигиены, да. Так. На, еще минута. Минута? Тогда так, подожди, я... надо будет, наверное... пожрать, поспать, потом пойдешь. Я хочу найти щучьи гигиены. Я починю. Давай, хорошо. Ну, расслабиться вообще не дает игра, на самом деле. Ты кто? Че за коготь смерти, тебе? Блин? Чел? Обратись, черт ты тропу! Я не могу, у меня эта хрень на экране. Черт ты тропу! Помнишь экзамен мой третий этаж, да? Четвертый в смысле. Вот это оно! Вор, воду крадет. О! О! Не, стой! Да офигеть! А, охренеть, все, я пошел спать. 5 бутылок воды. 5! Что меня? Меня крысы пьют! Бог дал, Бог взял. Все, тебе придется идти на экспедицию. Это... Мне надо срочно поспать. Я тоже хочу поспать. Нет, у тебя же это закрытое. У тебя вент закрыт. Нужно его открыть перед сном. Не, нормально. Я без свежего воздуха. Ну, хоть чуть-чуть. Я пошел, может, аптечку сожру. У тебя мусор еще. Мусор прям под кроватью, блин. Почему вода? Почему не еда? Сколько ты говорил дней... 50 как-никак, ну, я не знаю. Откуда я не уверен. Инфа? Я решил, короче, зайти и посмотреть на ачивки, там есть ачивка 50 дней. Ну, за 20 тоже было. Сколько у нас? Две аптечки? Ладно, я посмотрю, какой ты вернешься с этого, потом посмотрим. Фром, я могу принести кучу аптечек. Вот прям хоть жопу жуй. Но я думаю, вода побольше нам нужна. Да, я съем тогда одну аптечку, хотя... Да, без Б. Трубу почини лучше. Я обосрался, я поворачиваюсь от трубы, там, ну, этот, гига-мужик. Я его хороводом по комнате вожу, и вор под шумочек пришел, такой, а, вы деретесь? Ну, не буду отвлекать. Так, вода есть, один штука. Вода есть, второй штука. Так, ладно. Воду, в основном воду тащи, да, потому что... Прикинь, мы сейчас воруем у того же мудилы, который у нас воду стоит. Да нет, тут этот, ДЦшка. Ясно.
Закрываем вентиляцию. Воу, я нашел новое помещение в том же здании, в которое я уже тысячный раз, наверное, хожу. Так. Надеваем капюшон. Бьем Фрум, ты походу... Фрум, знаешь, что я нашел? Ну? Тулбокс. Давай, тащи. Вы сможете починить стены. Я думаю, что вот эта фигня к нам протиснулась не через щель в стенке. Что, блин? Да сколько вас тут? Фрум, пожалуйста, держись там. Да я У меня один слот, и я хочу потратить его на воду. Да. Черт. Черт. Офигеть, тут оказывается огромное складское помещение. Интересно, что здесь, когда здесь другая генерация? Чел, тут нашел унитаз воду. Прорвало, иди сюда. Блин. Но я думаю, стоит заделать крышу. Да, ну давай я заделаю крышу, ты заделаешь унитаз. Только не встри наш тулбокс. А, это не, все, блин, это... а... Подпрыгнуть нужно. А, он тут... без мини-игры, чел. Фух, нормально. Он просто делается и все. Не пей микрофон. Это почему? Из унитаза. А, то... Чё? Все нормально. Неужели мы сейчас будем без красных треугольничков? Блин, это просто... Офигеть! Есть! О, у меня аж рука прошла. Крыша течет! Зачем ты прыгаешь, чтобы чинить? Она достается. Да, привычка. Ладно. Так, теневиляция целая. Так, тут только подходит. Ура, ни одного красного. Уходи. Уходи, да. 46-й день. Его... Так, хочу баджик за 50, и день будет прожит не зря. Вау, 53 дней в каком-то кальчатом режиме. Не, режим классный. Режим хорош. Интересно это слышать человека, который нас сюда позвал, но ладно. Да я в первый раз... Ну ты просто умер там на 10-м дне. Геныч. Раз. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Два. Нет, концовка не на 50-м. Концовка не на 50-м. Есть. Вор. Но с специальной мышкой. Крадут воду. Я вот второй раз не успел. Бесит. Я пошел чинить компьютер. Четыре бутылки воды. Тварь, что... Четыре бутылки воды, это считай все то, что я приносил. Охренеть. Я посплю. Иди. Но за то, что вы достигли 50 дней, вы получите веселую ачивку. А! Ты кто? Кто это? Кто? Петух. Ричард, это ты? Фрум, это что сейчас было? Чё? Что я пропустил? Петуха. Всё, например, ты пропустил. Как это объяснить, кот? Тут петух-мужик. А-а-а! Я вижу крышу. Чикенс! Чикен-мен-мен! Чё тут делают курицы? Манхант. Манхант. Чё происходит? Какой бред. Да даже не бред, ужас какой-то. А чё там на 50-й день нам дадут, кот? Ачивку. И всё? По жопе нам дадут на 50-й. Наверное. Фром, мне знаешь, что нравится? Тут на почте какие-то... О, да, моя работа. Во время фи. Так, воду надо попить, блин. Чуть-чуть не совпало звуком, чуть-чуть просто. Так, тут никого. Я заглядываю, и они вывалились на меня. Фром, по-моему, тебе пора аптечку схавать. Не-не, я уже хавал, мне поспать надо. Сейчас я поем и пойду. Не надо. Петух! Человек-петух, вот он, петушара.
Аптечку, говоришь? Парафрум, да, пара. Нет, не пара. Его убили. Я ж не знал, что он такой ваншот еще. Респаун? 48 дней! Погоди, а респаун что делает? Респаунит тебя, но это платно. 50, да, спектейт. Я понаблюдаю, как ты петушара мочишь. Вот этот петух, конечно, петушара просто. Я теперь понял, почему ачивку за 50 дней дают. Может, там финальный босс этот петух? Давай заруби его. Продадим, и все станем богатыми. Есть. Да. Сожри аптечку. А! Вор! Не трожь мои фонарики. Труба. Зовет. Вот одному теперь сейчас будет легко выживать, да. Крыса сзади. Крысы. И одновременно и трубы, блин, чинят. Да. И грец, и на дуде и грец, да, и трындец, и все подряд. Трындец просто. Так. Что происходит? А я могу пойти в вылазку? Нет, все. Ты должен дожить до 50-го дня, это твоя цель. Survive. Поспи. Почему-то крышу заделали, а тварей стало больше лезть. Интересно. О, водички попить. Выжёвывание. Я просто обосрался от петуха, честно говоря. Ура, 50 дней выжил. Он сначала скриманул, а потом появился. Молодец. Я выжёвываю. Ну-ка. А чё? Да, в одиночку тут уже не камильфо. Как я в экспедицию пойду? Я могу? Да, иди. У тебя пока из дома все вынесут, а ты посходи пока что. Интересно, забавно. А крысы и пауки дерутся друг с другом? Надеюсь, что да. Прикинь, просто приходишь, у тебя гора трупов дома, друг друга передушили. О! Нет! Как же не вовремя! Туалет пайпин. Чего? А, ты пошел? Да, я починил туалет удаленно. Успел? Да. Я хоть посмотрю, как вылазка выглядит. Очень стрёмно. Мне, честно говоря, не очень нравится. Хавчик такой себе. А, дерево! Человек, дерево! Грубо говоря, у тебя еды хватит до конца жизни. Вода! Да. Глаз! Ну, он положил на тебя глаз еще раз. Вода, спрей от насекомых. За тобой потейто бежит. Да нет, на нем хэдкраб, ты это не видишь? Это потейто. Ау! Что меня ударило? А у тебя идет время? А, или тебе нужно физически вернуться? Или тебя засосет домой? Мне физически надо. Так, это аптешишная. Аптешишная тебе понадобилась бы. А у меня один слот остался, аптечка 2 занимает. Фига, ну тогда иди нафиг оттуда. Ой-о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 й, шо так больно, собаки. Придешь, поспишь. Трэш. Мусор. Это полный трэш, да. Аптечки нет? Аптечки нет. А можно мне количество событий, ну так, уменьшить? Я просто соло. Сзади. Что сзади? Я не вижу ничего. Да так, байт был. Смешной байт. Ну офигеть. Если я сейчас провалюсь, то я сдохну. Давай. Есть, не провалился. Спать. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Реально. Хоть я не Штирлиц. В следующий раз просто пойду сопру все аптечки в этом мире. Вот
опять крыша течет. Крыша. Где? Крысы. А, нет, показалось. Сейчас, крыса течет. Вот те раз. Ой, еще что-то. Какие-то звуки, кто-то тыгадыкает. Успею. Давай, напоминаю, крыша. Сейчас ФНАФ чуть-чуть, знаешь. Я уже про ФНАФ говорил. Мне страшно, чуть-чуть. Пипец. Верю. Я не хочу морально умирать, мы с тобой, мама. Но... Ну, если кто-нибудь придет, я опять отыграю открывать. Кстати, да. Так, вор. Наглые такие? Да ёпта. Когда ты стал жить один, у тебя это явно стало случаться чаще. Это потому что моя работа. Пу-пу-пу, что там, водички выпью. Ну, а теперь можно уже не экономить. Так-то, в принципе, все нормально. Еще посплю, лягу. Ой, хоть посмотрю, как солнце со стороны выглядит. Отворачиваешься к стенке от кошмаров этого мира. О, крысы. Давай, чини трубы. Какие? Нечего. Ну. Теперь есть чего. Ты, блин, предсказамус нафиг, погоди. Я тоже могу делать какие-то спотыкашки тебе? Можно заказать поломку чего-нибудь? Вон, у меня компьютер сломался, все, ребята, плачем. Давай, фаервол тебе в задницу. И тут резко крысы такие появляются, начинают ему пятки кусать, он ничего даже сделать не может. Там а че, в смысле, момент. Я всрал? Ты прикоснулся к чему-то. Кто пердится, не пердится. Страшно. И резко он начал проверять все вентиляции. Иди компьютер делай. Да все, я проверял то, что... Всего лишь труба. Пофиг. Вот что эта труба сделает? Затопит все? Нет, загазировано. О! Есть! Прошел. Фух, это было тяжело. Последние две сложные, на самом деле. Не, я на первых в основном запаривался. Ну что, оно с каждой следующей, оно быстрее. Ну, а сейчас самое главное, на трубах не сдохнуть. Да нет, трубы, они, конечно, неприятные, но не настолько. Да был бы автокликер. Я не понимаю, что за клоун. Хорошо, что мы задаемся этим вопросом на 54-й день. Ну этого реально раньше не было. Боль. Хоть забрал, опускал бы, когда. По факту реально надо забрало хотя бы опускать. Чтобы если попадало, то только через щелочку. А что там по экспедишн? 20 секунд. Так, что за тейп вот этот строительный? Возьми противогаз. Там, чтобы улучшать топор, чтобы улучшать... А там противогаз берется, как только этот вылазишь. Типа, без противогаза тебя очень быстро, ну, ты помираешь очень быстро. По-моему, оно вообще не становится сложнее. Становится просто, ну, как бы... Вот тебе вот так вот кидают иногда мини-боссов, еще что-то. Почему он до сих пор один? Ага, следующим мини-босса я буду от кровати только отыгрывать. Секунд 40 буду его бить. Надо удачно нашинковать его. Так, все, пора в экспедишн. Я удивлен, то, что пока я хожу в экспедицию, никаких хоррор-квестов здесь не происходит. Что там? Какое-то говно справа, как посветить? Ой, все, фиг с тобой, говно закрыть справа. Закрыть все,
Ой, все. Да ёперный театр. Сломанные трубы. Сломанные жизни. Ты же даже раковину не используешь. Как это ты мог сломать трубы? Я чиню их удаленно, ребят. Нифига себе. Силы починил. Нормально. Я думаю, стоит просто сходить. У меня есть, там в принципе, хавка. На тебя райдеры обиделись. Ребят, как думаете... А, хилок нет. Войну на райдер. У них лопаты. Закопают меня? Нет, тут дорогая фишка. Смеемся после слова лопата. Ладно. Ты проиграл. Хвы. Да. Окей. А, 5 воды, 3 еды. Как здорово же прятаться в этой и жить в подвале торгового центра. Выходишь, набрался, пошел. Офигеть! Простенький такой, хоп-хоп-хоп-хоп. А тебя не нужно арестовать за то, что ты убил больше сотни людей? Чего? Нео! А, они умные! Нет. Все. Уф. 57-й день. Такой, maybe one will buy or buy. Может, кто-то купит воскрешалку. А, да у меня робоксов таких нет. Я не собираюсь, у меня есть, но я не хочу тратить. Это, типа, честно, забили. 57 дней. 57 дней, это прилично, на мой взгляд. На самом деле, не знаю, год. Может, он частично... Я устал даже, если честно. Да. Ладно, ребятушки, вот такой сегодня экстра выпуск получился. Пишите, что думаете, также заходите в Дискорд, делитесь своим мнением, будем ждать вас. А на этом у нас все, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем молодушек. И всем покеда. Надо было в интеллекцию залазить. Надо было.